Да не подогни, не подогни. А вы когда откуда? Из Москвы, наверное? Да. А я из Ленинграда. Попал в Владимир. Где остался? Понятно, при церкви, значит, работаете? Сейчас в Опале маленько. В Опале? Ну, другое дело большое. Работа заставляет, а живи где хочешь. Я здесь давно уже, у меня весь район, знаешь, одни приют, и другие накормят. Ага. Я присаживаю уже 20 лет. 2000-го. И они 5 лет мне черву передачку носили. Куда передачку? В тюрьму я. А, вы сидели? Ну да. Женился на Владимирской в 89-м, потом разбежались, общежитие даже. Ну, на советское время еще было. Потом тюрьма, потом развод, ехать некуда. В Ленинграде нет никого, остался здесь. А в тюрьму по какой причине попали? Ну, драку победить. И сейчас вот тоже маленько запил, большой ключ отобрал, а работу заставляет. Ну, мне прихожане помогают, уже денежек дают, одежду приносят. Ну, еще люблю где придется, правда. Кто в сарае у знакомых ставит, комнатушку какую-нибудь. Сегодня даже не знаю, ну, день переночую. Ну, так подрабатываю кругом, здесь у меня весь район знает. Знаешь, что ты, когда не пьешь работник, ну, смотри, кто как убрался за сегодня пока. Батька, порядок там на кладбище маленько. Там кладбище раньше было, одно на надгробие осталось. А у вас есть мечта? Мечта? Жилье найти. Жить не ночевать, не жить не. Живут и там, и тут. Ты на трубах, то в сарае заброшено. То на улице просто. Ну, то это летом будет, сейчас холодно уже. Родных найти. Не знаю. Кому я нужен? Матери, матери, говорю, молись только.